правительстве продолжаются кадровые перестановки. В среду еще три заявления на увольнение упали на стол в РИО губернатора Игоря Васильева. На этот раз без главы остались Министерства транспорта и ЖКХ. Уход Альберта Запольских с должности в правительственных кругах ожидали. Кто займет его должность, пока не ясно. Выведен из состава правительства и министр строительства и ЖКХ Владимир Богомолов. Сегодня он отработал последний день. А вот увольнение Юрия Исупова стало неожиданностью для всех чиновников. Информация о его отставке сегодня появилась в СМИ. Сам же Юрий Исупов пока от официальных комментариев воздерживается. Он, напомним, руководит представительством Кировской области при правительстве РФ. Добавим, сегодня же в Сером доме случилось и пополнение. На место Бориса Веснина, экс-главы Министерства внутренней и информационной политики, назначен Владимир Бекетов. Ему 63 года. До приезда в наш регион он возглавлял пиар-департамент крупной московской компании.